О трагедии, которая здесь произошла, теперь напоминает только фотография погибшего мальчика. 9 сентября Дениса Федичева по дороге домой сбила машина. Улица Тополей между Георгия Димитрова и Ташкентской. Все произошло именно здесь, вечером 9 сентября. Мальчик переходил дорогу, но в этом месте нет ни зебры, ни светофора. По словам водителя, он не успел вовремя среагировать и затормозить. На месте, где погиб Денис, жители и сейчас переходят дорогу, хотя в сотни метров отсюда два пешеходных перехода. Для каждого это стало в какой-то степени урок. Все говорили с этого момента, что надо соблюдать правила безопасности. Но я думаю, не каждый будет это делать. Потому что для некоторых это просто слова, и они вскоре забудут о том, что говорили. Спустя 9 дней после трагедии родственники и одноклассники Дениса провели акцию «Внимание, дети». Ее организатор – госавтоинспекция. Сотрудники надеются в первую очередь привлечь внимание взрослых. Ребенок в силу своего возраста не может рассчитать расстояние до приближающегося транспортного средства, не понимает, что машина не может остановиться мгновенно. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к родителям. Напоминайте своим детям основу безопасного поведения на дороге. Расследование гибели Дениса Федичева продолжается. Его родственники просят очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, связаться с ними по телефону, указанному на экране. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.